Ну? Ну? Ты весь в делах? Выслеживаю убийцу твоего отца, да. Удачи. Он убил почти всех моих союзников, а остальных запугал до полусмерти. Он неуловим, как будто призрак. Я его видел. Что? Да? Где его найти? Не уверен, что надо. Он убьет тебя, Элиза. И? Хочешь защитить? Я хочу помочь. У братства есть средства, люди. Это дурацкая шутка. Я не доверяю ассасинам. А мне? Я не изменился, Элиза. Помнишь, как я отвлекал повара, пока ты крала варенье? И это я помог тебе перелезть через стену в саду, полном собак. Хорошо. Отведи меня в братство. Я их выслушаю. Они будут счастливы. Это что? Чёртов тамплиер. Что он творит? Да ну. Да-да, безопасность для них самое главное. Два раза направо, 73 шага вниз по лестнице, налево и направо. Ну, все верно? Ты что опять учудил, щенок? За ней охотятся тамплиеры. И теперь она тут? У братства есть средства. Люди. Замолчи! Так, кто у нас тут? Арно? Меня зовут... Боже ты мой. Снимите повязку. Какой абсурд. Я Элиза де Лассер. Мой отец Франсуа де Лассер. Великий магистр тамплиеров. Я пришла просить помощи. Так-так. Мирабо! Будем снова продолжать этот бессмысленный спор? Будем, если нужно, мастер Кимар. Если вы не видите выгоды в том, чтобы дочь Теласера была у нас в долгу, мне страшно за нас всех. Итак, мадемуазель де Лассер. Ну, началось. В другой ситуации я бы не стала встречаться с вами. Но мой отец мертв, как и мои союзники в Ордене. Если надо объединиться с ассасинами, чтобы отомстить, пускай. Как бы не так. Это трюк, чтобы пустить пыль в глаза. Отправим им ее голову, чтобы не наглели. Белек. Довольно. Дискуссию продолжим за закрытыми дверями. Извините, мадемуазель де Лассер. Конечно. Арно, проводи девушку. Уверен, вам есть о чем поговорить. Как жизнь, друг Все прошло так, как я и ожидала. Подожди. Мирабо их уговорит. Думаешь, мы найдем его? Столько времени прошло. Рано или поздно найдем. Франсуа Жермен думал, что... Франсуа Жермен? Да. Где он? Улица Сент-Антуана. А что? Что? Элиза! Что ты делаешь? Qu'est-ce qui se passe? Cherche les autres.
это ты? Подожди! Постой! Элиза! Эй, вы! Да, вы! Я видел вас на марше! Элиза! Что это было? Арно, Франсуа Жермен был помощником моего отца. Что? Его изгнали из Ордена еще давно. Ересь или что-то касающееся Жака де Мале, я не уверена. Но Жермен умер. Давным-давно. А сам-то он в курсе? Я бы хотела задать ему пару вопросов. И я тоже. Ничего. Наверх. Там его мастерская. Пошли. А может, это другой Жермен? Высокий, седой, глаза разного цвета. Ну ладно, согласен, тот же самый. Похоже, никого. Элиза. Дай угадаю. Ловушка? Ловушка. Смотрите, кто тут у нас? Убить их! Осторожнее, он хитер! Вечно бежать не будет! Что за суматоха? Сегодня у нас меню. Весьма бодрит. Прямо как в Марселе. Только крови чуть больше. Ничего нет. Он знал, что его ложь раскроют. И снова ускользнул. Или нет? Ищем. Замок. Может быть... Или так. Теперь понятно, почему сюда меня не водили. Арно. Вот. Это он. Это он убил моего отца. Надо сказать Мирабо. Как только... Я разберусь. Встретимся у дома Мирабо. Пригнись! Видела их? Дом, через улицу. Осторожно!
Священный, это епископ. Слышишь меня? Сработано отлично. Ты нашел его. Франсуа Тамаа Жермен. Великий магистр и мудрец в придачу. По нашим данным, он уже второй мудрец в верхушке ордена. Это настораживает. Оставайся с Арно и узнай все о Жермене. Если он пережил этого магистра, то сможет привести нас к телу. Отбой.